Всем привет, это Алекс, и сегодня мы будем проходить заказ от Дины Диновича, который он попросил выполнить. Проходить мы его, конечно же, будем на наивысшем уровне сложности, и давайте посмотрим, как это можно сделать. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Эй, куда? За вход деньги платят. А есть тут у вас VIP-комнаты? Ну, для приватных вечеринок. Есть, заказано для босса и его компании. Ну, так может, он и меня возьмет в компанию, а? Ты же деловой, ты тут не крути. Есть Эдди, заходи, нету матовы. Слушай, Чумба, я ищу новые таланты для брейн-дансов. Нужны раскованные парни и девочки, которые не стесняются своего тела и хотят быстрых и легких денег. Не интересует. Ну, тебя-то нам не надо. Но за каждого актера я тебе отстегну 10% с контракта. Эдди с гарантией, а риска никакого. Что скажешь? Ха. Ну ладно, заходи. Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Как дело идет? Говорят, Маусер приказал долго жить. Это очень хорошо. Ну что ж, дело сделано. Так что твоему покорному слуге можно идти. Пока. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Всем побед, удачи, пока.